Принцип обучения такой. В нашей профессии по-другому невозможно, если, как вам сказать, наша профессия, мы об этом поговорим, профессия проводников, то есть мы проводим других людей к их чему-то важному опыту, решениям, знаниям и так далее. И для того, чтобы наработать, как бы, как это, профессию проводника, нужно все эти тропы находить, ну, пройти в смысле, и неоднократно, свои собственные. Поэтому принцип такой, сначала все на себе. Все, вот мы изучаем насилие на третьем модуле. Утраты, суициды, кризисы. И это травмы. Не значит, что мы совершаем насилие над вами. Да. Но все ваши, обычно этого модуля страшно боятся, ждут и боятся одновременно. Все на себе, все вспомнили, все подняли, достали, поняли, в каком состоянии. И из этого мы с вами понимаем теорию, как это устроено. И из этого становится понятно, в чем я нуждаюсь и как с этим работать. Потом друг на друге, потом вышли за стены. Ну там, еще, может, кошечек найдете каких-нибудь, да, на кошечках. Вот. А в целом уже там у клиента. Вот. Это основа. Вы формируете консультационную позицию. Вы обучаетесь быть проводником. Не толкачом, не подтягивателем, не учителем, не спасателем, не врачом, никем. Это другая, принципиально иная позиция.